Всем здорово, у микрофона Фикс, и сегодня, если честно, я ничего не помню. Вот так вот. На самом деле, что-то припоминаю. Я забрался в бункер с друзьями, думаю, вау, круто, секретный бункер, да, тополя, почему он был под блоком земли, йоу, чукаво, ребята. А потом я ничего не помню. Я в этой клетке, и почему я в этой клетке? И где мои друзья? И почему у меня 6 печенья в инвентаре? Это самое страшное! Ладно, ребята, перед тем, как мы начнем пытаться отсюда выбраться и понять, что произошло, потому что я вообще ничего не помню. Надеюсь, подписались и поставили лайк, потому что мне, ребята, сейчас обостраться как стрёмно. Вы слышите? Боже мой. Эти звуки меня постоянно достают здесь. Ладно, 6 печенюшек. Вы меня больше всего здесь пугаете, но вы меня и успокаиваете, если понимаете, о чем я. Желаю всем приятного аппетита, кто сейчас тоже кушает, а мы пытаемся отсюда выбраться. Я вижу какую-то вентиляцию, что ли. Я в клетке и не понимаю, как я тут оказался. И может быть... Ага! А как мне это поможет? Типа там проход, да, и что мне делать? Ладно, окей, я понял примерно так. Я залез в другую камеру, тут нифига не видно, и факелов у меня нету. Здесь у нее нет никаких проходов, но тут есть Лиана. Возможно, она поможет мне выйти отсюда. Блин, ребята, как же здесь стрёмно. А, и да, лестница, спасибо! Чё за звук? Это я так? Это я типа упал и пухнул одновременно, или что это было? Фух, ладно, но мне кажется, нужно было забрать факел. А, там не было факела. Блин, а где же мне взять факел тогда? Видимо, факелы здесь на халяву не раздают, придется идти так. Ладно, пошли. Мне пофигу на страшные 6 печенек в моем инвентаре. Мне пофигу на страшную музыку, играющую на фоне. Мне пофигу на страшные звуки. Я вижу свет, я рад. И попытаюсь что-то выяснить. Так, это на каком языке вообще написано? Как я должен это читать? Кто это придумывал? Офигенно. Возможно, я до сих пор нахожусь в том самом бункере, в который зашел. Но тогда почему я ничего не помню? И где мои друзья? Ладно, ничего, я смеленький. Пойду, найду их сейчас. Может, они где-то здесь сидят. Воронка? Подождите, что это? Это, видимо, что-то подобие камеры. Только почему-то открытая. А, и здесь тоже. О, да ладно, это мне. Что это? Монтировочка, а как ее взять? О, реально, посмотрите, монтировка. Нифига себе, она мне пригодится. Возможно, подождите, я Гордон Фримен. Возможно, она пригодится мне не для очень хороших дел. Надеюсь, что нет, потому что... Что это вообще такое? Ладно, неважно. Если есть оружие, то по логике должны быть и враги. Надеюсь, что нет, тут ничего не видно, тут закрыто. А, вот, я могу ей ломать вот эти блоки, другие не могу. Блин, ребят, ничего не вижу. Пойду-ка я выкакаю свечку. Не спрашивайте, как я ее достал, но в любом случае, мне кажется, она нам поможет, если во вторую руку ее засунем, потому что иначе вы просто не будете ничего видеть, ребята. Согласны? Думаю, да. Подождите, там есть какой-то проход, и, возможно, он мне и нужен. Но дверь тоже мне нужна. Как странно ломаются блоки с таким звуком, и почему сиденье земли? Видимо, в этом секретном бункере у человека не было ресурсов, которые, если это человек вообще его строил. И он соорудил, я не знаю, говносиденье, говностулы. Давайте назовем это говностулом. О, книжечка, может быть, тут что-то интересное? X. Не, офигенно, спасибо, кто это написал, очень полезно, я считаю. А это что? D. Подождите, это расшифровка. Вот этот символ это Х, вот этот символ это Д. Все, отлично. Отлично, соберем все и поймем, что написано на табличках. Потому что пока что я, честно, ничего не понимаю. И зачем тогда так шифроваться и почему? Почему эта библиотека такая длинная, если это библиотека вообще? Может быть, тут еще книги будут? Тем более, там дверь сзади была, возможно, мне... Опа. Так, это что? Это у нас... О, окей, запомнил. О, это важно. Ну, если не О, то мы бы все бы уже... А, опа, еще одна книга и проход, возможно. Или что это вообще? Для чего он здесь? В любом случае, я нашел еще одну книгу. Мы теперь поняли. И подождите, может быть, мне это как-то пригодится? А зачем? Ну ладно, по приколу. Надеюсь, что я нашел все книги, и теперь мне пора идти назад. Давайте я попробую расшифровать ту надпись. Может быть, там что-то полезное написано было. Итак, у нас здесь символ, которого я не нашел, да? Так, выход! Здесь написано выход. Все, я понял. Окей, здесь написано выход, но. А что мне это мне дало, если он не открыт? Окей, ладно. Ну хотя бы теперь я знаю, откуда я заходил сюда и откуда мне выходить. Давайте попробуем сюда сходить, но что-то я не особо горю желанием. А, это вагонетка просто. Боже мой, я так обкакался. Я думал, что это личинка какая-то здоровая ползает. Вы слышали? Я до сих пор слышу. Боже, давно я так не обсирался. Надеюсь, вы тоже. Ну, точнее, приятного аппетита, но надеюсь, вы тоже. Что я сказал вообще? Ребята, у меня слова перепутаны. У меня сейчас звук какой-то играет, и я не понимаю, что происходит. Ё-моё. А, спасибо, ролик подходит к концу. Дверь закрыта. Придется продолжать. Осталось только понять, кто это из моих друзей. Плеер подобран. Самое время, ребята, для смешной музыки сейчас. Почему такие звуки? Что происходит?
Вы слышите? Вы слышите? Мне вообще не нравится этот бункер. Ё-моё, грибы какие-то. Стулья. Это что, стулья? Ну, прикольно. Стулья, ладно, нормально, зачет. Ай! Ай, лоб не выбрасывай! Отдай! Вот так можно помереть, блин. Кто это? Подождите, это не мой друг. Ай! Нет! Отдай! Отдай лоб! Отдай лоб! Зачем я ему лоб дал? Отдай! 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 Фух, я забрал его, отлично. Больше не бери, блин. Так, ладно, теперь пойдем дальше. И надеюсь, больше никаких звуков здесь не будет. Это верстак. Окей, это верстак. Надо перекусить печеньку. Какие звуки. О, еще печеньки, не зря заглянул. Блин, это сундуки так закрываются стрёмно. Слышите звук какой? Бум, бум. Прикольно, ладно. Я сейчас смотрю все сундуки, может быть тут еще печь. Ага, К. Ставить на костный блок. Это К, окей. А что это К мне дает? Ну, видимо, я не зря сундуки смотрел, потому что тут, скорее всего, что-то полезное да есть. Скримеров, надеюсь, нет. О, печеньки, офигеть, вообще не зря смотрел. Не, я считаю, что это успех. Я считаю, что это абсолютный успех. Теперь, когда у меня есть печеньки, лом и кнопка, мне вообще ничто не грозит. Абсолютно. Я в себе уверен, наверное. А! Все, все, неуверенный, был абсолютно неуверенный в себе. Что это было? Что ты? Ладно, узнавать не буду. Мне в любом случае в вентиляцию, наверное, сейчас. И да поможет она мне. А как пролезть? Как это? О, о, сделал это. Смотрите, офигеть. Все-таки прикольная фича в Майнкрафте, что теперь можно через один блок лазить. Это очень много теперь где используется. Особенно в секретных бункерах с кучей монстров и шестью печеньками, которые раньше у меня были. Да что за звуки, блин, постоянно? Так, тут я пройти не могу и выломать тоже не могу. Давайте... Подождите, здесь где-то ходит монстр, и это меня немножко пугает. Это меня немножко пугает, хотел я сказать. Мне, у меня есть кнопка, у меня есть лом. Мне нужно просто пойти и поставить ее куда-нибудь. А, вот он пробежал там, я видел. Так, по-моему, их дофига там. Окей, мужичок, готов? Получай, от винта. Да, получилось. Ай, еще один, его батя пришел, понял, братан, твой сын сам нарвался, я вообще не виноват. Ай, да сколько вас тут? Все, их пора останавливать. Только что там, а что здесь? Ай, подождите, точно, я понял. Смотрите, я отсюда пришел, как раз то место, про которое я говорил. Отсюда я вышел в первый раз, все, закроем дверь, пожалуй. И эту дверь закроем, и пойдем. Идем сюда уже. Печенька. Вы же не против, да? Перерывно перекусить. А! Ё-моё! Всем привет! Очень веселое видео. Этого только у меня. К, окей, все, ключ К мы активировали. Надеюсь, никто сильно не обкакался с этого скримера, кроме меня, конечно же. Я нормально так обкакался. А теперь опять перекусим печенек. Блин, скоро печеньки докончатся. Так, подождите, это все надо расшифровать. Окей, если это В, вот это не знаю, и вот это все тоже не знаю, то вот это я тоже все не знаю. Как мне это все расшифровать? А, подсказка. Угу. Перед вами будет три рычага. Один из них открывает закрытую дверь в подвале, другие два пока неизвестно. В любом случае вам придется искать другой выход. Офигенно, спасибо. То есть я здесь сижу и буду бояться дергать рычаги. Знаете почему? Потому что мне страшно, наверное, вот поэтому. Как вам такая причина? Раз! Знаете, вот это слово «пока неизвестно» немножко напрягает. Кажись, уже все известно. Какой рычаг и что делает? А ну, вруби свет обратно. Открыл дверь в подвале, да? Я вот сейчас открыл дверь в подвале, да? Правда открыл, надеюсь. И последний. В общем, я открыл три рычага и совсем не знаю, что они сделали, поэтому обосраться сейчас будет вполне законно. Готовы? Я готов. Я чувствую скример жопой. Даже лицом чувствую. А может, и все-таки жопой. Подождите, дверь в подвале, это та, где было написано вы... Опять я не здесь. Дверь в подвале, это так, где было написано выход. И мне как раз сейчас туда надо, чтобы выйти из этого, блин, бункера проклятого. Давай быстрее. Все, побежал. Быстро. Тут рядом. Просто буквально повернуть направо, и все. И улица, дом, родной милый дом. Только вот проблем друзей не нашел. Но ладно. А как насчет открывает дверь в подвале? Не, забили, да? Боже мой, как мне страшно здесь каждый раз проходить. Я пытаюсь понять, какая же дверь в подвале открыть, потому что ни одну я пока что не нашел. Открыть дверь в подвале. Блин, чувак, пожалуйста, уберись, я не знаю, помылся бы хоть. А, класс. Куда мы идем? Мы с пятачком нашли опять же подъем пятачок и я мокренькая Кирочка. Куда идем? Мы с пятачком шли обнявшись под дождем пятачок и паука и мокренькая Кирочка.
Парочка. Окей. В общем, я подергал пару раз еще рычаги, и дверь открылась. Слава богу, блин, я уже думал, что-то не так. И подождите, где? Так, окей, это похоже не на выход, это похоже на спуск вниз. Да почему там написано, что это выход? Либо этот бункер немного странно расположен, на что я очень сильно надеюсь. Подождите, свет? Свет. А где свет солнечный? Канализация какая-то. Выход, где ты? Я так соскучился. 303, 304. Это что? Что это может быть? 303, 304. Окей, запомним. 303 плюс 304. Чего? Окей, допустим, допустим. Видимо, мне суждено спуститься вниз и узнать, что же там под водой плавает, обитает, а может просто прикалывается. А еще я так и не понял, где мои друзья. Возможно, одного я нашел, конечно. Ну, вы видели одного такого висючего, делающего вид, что он живой. А вот остальные не знаю. А! Ё-моё! Ты кто такой? Ты кто такой? Боже мой, что ты такое? Уйди от меня. А, появилась прямо из-под воды, еще со звуком таким прикольным, конечно. Не, мне понравилось вообще, это звук был прикольный достаточно. Но почему у вас теперь больше? Окей, я понял, это просто зараженные слизни. Просто зараженные слизни. Я с ними легко справляюсь, мотыга моя не портится, в скобочках, точнее, мой лом. Поэтому все хорошо. Все, их больше нету. Фух, я спокоен. Знаете, почему я держусь? Потому что у меня 7 печеней. Все, если бы их не было, я бы уже давно выключил этот ваш Майнкрафт и пошел спать. Так, сколько здесь проходов, блин? Может быть, здесь еще печеньки будут. Пополнение запаса. Не, я там проголодался. Пусто. О, сладкие ягоды. Конечно, не печенье, но тоже пойдет. И еще сладкие ягоды. Больше тут ничего не было. Ну и ладно, пойду отсюда. Так, эта комната пострашнее как-то выглядит. Спавнер, чем сломать-то его? Спавнер ваш. Чешуйницы, кровавые чешуйницы. А спавнер, как сломать его? Не знаю, нечем. А, вот что это? Что это? Что ты нашел? Уйди. Что это? 303. А, точно, все, теперь мне нужно найти 304, вроде как бы это странно не звучало. И по идее, сложить их. Перерыв на печеньке. Идем дальше. Боже мой, я уже вижу что-то. Ну, спасибо. Спасибо. Это головы моих друзей. А может и нет. Чего я вообще взял это? Понятно, с чего я это взял, конечно. Но, блин, ребята, надеюсь, вы не пугаетесь. Потому что, ну, я, по крайней мере, обосрался. Будете это знать хотя бы. Просто найти 304. Просто найти 304. И все. И уходить отсюда спокойно. Домой. Хлеб, спасибо, очень полезно сейчас. А 304 можно? Нет, только хлеб. Почему я сначала попадаю в комнату с едой, а потом в комнату туда, куда мне надо? Это звучит как чей-то план. А это все-таки, по-моему, голый моих друзей. А, очень офигенно, спасибо, хорошо, что я вышел. Выжил, я имел в виду, да, и вышел. Надеюсь, попозже. Беги, 304, бегу, мне написали, беги. Я бегу, мне написали, я бегу. А, понял, все, мужик, бежать так бежать. Я не против, ты, слушай, можешь не догонять меня. Если не хочешь, можешь остановиться. Потому что мне сейчас очень сильно страшно. Я надеюсь, вы слышите по моему голосу. Поднимайся. Перерыв на печеньке. Успешный перерыв на печеньке. А теперь давайте встречать его. А, он не умеет подниматься. Или умеет? Умеет. Так, все, быстро. 303, сюда. 304, сюда. Активировать. Пошли. Отлично, дверь открылась. Заходим. Он гонится. Он определенно гонится. Побежали. Перерыв на печеньке. Ай, я же перерыв на печеньке делал. Кто посмел меня вырубить опять? Блин, как часто это происходит за последний час? Нет! Он идет на меня! Откуда ты здесь появился, мужик? Отстань! Ну а это все, спасибо за то, что посмотрели этот ролик. Я почти что выбрался из этого бункера. Если вам понравилось, то пишите в комментариях, ставьте лайки, нажмите на колокольчики, возможно, им это тоже нравится. И если вы напишите много комментариев, то я сниму какое-нибудь продолжение, потому что, мне кажется, есть еще секретные бункеры. Ну а у микрофона был Фикс, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте, что мы все с вами обосрались, наверное, и вы тоже обосрались. Всем пока. Пойду чаек попью.